Всем добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые друзья. И не друзья, и любовники, не любовники, и так далее, и так далее. Всем здрасте. Не особо хотел сегодня заводить стрим, но желание все-таки. Я это пересилил, точнее, не желание. И вот я здесь с вами. Сижу, готовлюсь запустить рыцарей, тех самых рыцарей. Давайте, наверное, уже сразу начинать. Сегодня я, кстати, еще попробовал в DayZ Standalone пощупал, точнее, карту из сталкера. Ребята, конечно, молодцы, прикольно сделали, но так как там ничего нет, то и делать там особо нечего, даже такому аутисту, как я. Ладно, давайте сразу начинать. Чего мусолить лишние темы? К тому же завтра на работу всем, поэтому что я буду всех задерживать своими стримами. Я, как обычно, опять забыл переключить игру. Да. Все, вернул. И только она что-то у меня самого не хочет запускаться нормально. Сейчас один момент буквально. Надо перезапустить это дело. Так, и что ты не хочешь запускаться? А ну давай, работать. Солнце еще высоко. Вроде заработал. Да, чудесно, чудесно. Так, загружаем игру. Остановились мы в подземельях подземелий. На планете Тарис. И нам надо заруливать в канализации. Так, ой-ой-ой. Все, отлагало. Что у меня как-то просадка была лютая. Так, одну секундочку. Так, вроде все работает. Так, тут вроде у них ничего нету уже. Так, как-то мне немного игра подтормаживает. Что-то она и на стриме лагает. Не особо хорошо. Ой, что ж ты будешь делать, да, со всем этим? Дайте я ее перезапущу. Ну, просто каждый день одно и то же с ней, одно и то же. Надо начинать. Как-то это все более стабильно, хрен его знает. В том плане, что чтобы не настраиваться по 10 раз, блин, с этой игрой. Не хочет он почему-то ее запускать сегодня. Нормально. Не могу понять, с чем это связано. Вчера все работало. Ладно, давайте тогда. Попробуем
не в нее. Не в нее. А, в Dark Forces, наверное, тогда пойдем. Эх, 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 обидно. Ну ладно, окей, ничего страшного. Dark Forces тоже надо проходить. Star Wars. Dark Forces. Одну секунду поменяю на трансляции игру. Какая же там часть-то это уже будет? Я и не помню. Часть восьмая получается. Так, вроде все изменил. Сейчас будем запускать. Надеюсь, будет нормально работать. То что это вообще полный отсос. Так, где там ОБС? ОБС, текст, игра. Так, ну давай, хотя бы ты меня не подведи. Я же все-таки хочу стать успешным стримером, как-никак. Понятно, идет ли игра на стриме. Вроде да. Так, но этот ролик мы видели, поэтому мы смотреть его не будем. Мы оказались, собственно, на фабрике по производству штормтруперов, точнее, дарктруперов, прошу прощения. И нам это место надо взорвать. Ох, ё, как я уже оттуда, оказывается, от этой игры. За такой короткий промежуток времени. Так, дайте я книжку уберу куда-нибудь, чтобы не мешалось под руками. Так, нет, стоп. Вот. Сюда. Да. У меня еще и воды с собой нет, блин. Ну, короче, какой-то не самый удачный момент для стриминга, я, наверное, взял сегодня. Ну, ладно, что не сделаешь ради вас, дорогие мои. Так, вот злобная железяка. Лютая. Так, нам надо еще как-нибудь так жизни подэкономить. Потому что там всякие прыжки, свистелки, перделки, блин. Все то, что я не люблю, грубо говоря. Там будут еще такие же железяки. Так, ай, ё-моё. Нам надо наверх. А вот и вверх. Плюс там какой-то блинный пресс, под которым я в прошлый раз и погиб. Поэтому давайте пока экономим какую-нибудь жизнь. Я не знаю, как я это сделаю, конечно. Учитывая мою факапистость как таковую. Так. Это нехороший звук. А это нехорошие турели. Ну ладно, я справился. Так. Нам вниз получается, да? Да, тут и бляха-муха. Ой-ой-ой-ой-ой. Дверь не открывается. Эй, сука. О, нормально.
Блять, тут железяка. Хренов терминатор, блин. Очень похож на терминатора, честно говорю. Так, я помню, что мне там надо перепрыгнуть будет. Вот на ту сторону. Да где оно там? Вот на ту, да. И потом еще туда надо будет запрыгнуть. Но мы сначала сюда пойдем. Я помню, что там был злой хрен. Так, я вижу этого хрена. А где злой хрен? Number one. Ай, блин. Да, не получилось, конечно, мне жизнь засейвить. Потому что он взял меня врасплох, блин. Урод такой. Видите, он дамажит, оказывается. Я и не знал. Да, вот те Мария и... Бля. Вот эти и засейвил все хпшки, блин. Что за отстой это такое? Ну ладно. Били, и то хорошо. Так. Давайте внизу все-таки посмотрим. Нам надо теперь как-то восстановить жизни. И щиты. Вот. Ревайв. Есть, окей, отлично, но все равно одна жизнь это недостаточно, на мой взгляд. Оп. Не важно, кто там стрелял, мы просто пойдем дальше. Ляха-муха. Да хорош там летать. Типа мерзкий. Ну ладно, мы справились. Вроде дальше не особо много должно быть. Но то, что мы такие пробитые, это не очень хорошо. Прям совсем нехорошо. Так, ну стрим, кстати, идет без проблем, как я могу заметить. Ну, хоть что-то без проблем идет. Надо будет покопаться там опять с настройками. Покрутиться, повертеться, посмотреть, что опять слетело. Ой, господи Иисусе. Но я там что-то не взял. Ай, блин. Кончаются патроны. Угу. Да, здесь надо прыгать. Оп. Как эту штуку нажать? Ай, блин. Кто стрелял? Блин, они не могли побольше аптечек раскидать на уровне? Вообще грустно. Не хочется сначала проходить. Но, судя по всему, придется. Еще и сигаретами пахнет с окна. Фу-фу-фу. Гадость. Не люблю курящих людей. Не люблю дым. Сам не курю, вам советую. Бля, ну ёпта налево. Давайте-ка вот эту пушку попробуем.
сволочи. Да иди вон. Да, это видно. Курящие люди мне отомстили за все. Да ты. Да, она прямо издевается надо мной. Все. Могли бы и жизни сюда подкинуть. И... Ой, так, ну. На втором я нафидел, помнится, да? Да, и, собственно, я в точно таком же жизненном состоянии, как в прошлый раз. Давайте будем осторожничать, что я могу сказать. Попрыгать. Ой, ё-моё. Башка от этого болит на самом деле. Вообще вниз упал. Надо было дальше сидеть, аниме смотреть. Вот что я подумал. Да, вот тут-то я и отъехал в прошлый раз. Как-то оно слишком быстро двигается, по-моему. Я, ну, банально не успею. Раз, два. Ну, блядь, нет, это бред какой-то. Давайте пока попробуем здесь что-нибудь придумать. Ёб твою мать. Ух ты ж, ёпт. Поищем здесь ХП. Штуку, которая, может быть, отключает всю эту херь. Угу, тут я пробежать не могу. Так. Вниз можно упасть. Но вниз я пока прыгать не буду. Давайте в ховер. Так. Замечательно. Угу. Давайте вниз. Они не оставили нам выбора. Так. И чего? Это что за место такое? Так, ну ладно, на лифт тогда. Да, как вы могли уже догадаться, у меня опять открыто окно. Блядь. Сукин. Ты пес. Ладно, нормально. For freedom. For freedom. Fuck yeah. Так, окей, мы установили две. Надо найти, где поставить третью. Это надо куда-то сюда идти надо. А, вот там чё. Ну, нам, так понимаю, на ту сторону надо. Ну, окей. Блин, ради... Ой, у меня опять этот... Глюк графический появился, ну ладно, ничего страшного. Ну, ради экстра жизни, конечно, туда идти и хочется, и колется, и мама не велит. Так, нет, туда я точно не пойду теперь. Оп. Потому что там шансов быть расплющенным намного больше, чем взять эту жизнь. Я уж попробую дальше своего все это делать.
Щитов бы тогда, конечно, побольше. Или вообще полный рефил. Бам. Ох-хо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 . Так, это в ту сторону. Туда я пока не пойду. Давайте тут посмотрим. А тут и нечего смотреть особо. Не хотел умирать. Так, тут лифт. Ой, ёпта. Очевидно, есть. Давайте им воспользуемся сейчас. Посмотрим, что внизу. Какие-то челики внизу. И что это? Неужели это? Блин, это мины. Опять мины. За что? За что? Бля. Вот так я и погибну, друзья. Вот так оно все и будет. Не, ну это... Нет. Надо поверху походить. Я не хочу умирать. У меня 14 хп осталось. Это просто смешно. Блять. Сука, и все равно это сюда ведет. И у меня теперь 14 жизней. Ну, ё-моё. Прям, может, все-таки как-то можно эту херню взрывать, а? Ну давай! Можно? Все-таки... Сука, ну все, блядь. А, я столько лет страдал от этих мин. Ладно, окей. Теперь должно стать полегче. Вот. Чё мне раньше никто не сказал, а? У меня бы столько проблем вообще не было. Я бы ходил вот с этими сраными гранатами, обкидывался бы ими, как не знаю кто. И был бы... Что это было? Что, где открылось? Не знаю. Ладно. Так, еще тут у нас что-то валялось. Ай, да. Ну ладно, ладно. Теперь я хотя бы смогу более-менее свободно прокидываться. И ходить свободно. Вот только прикол в том, что тут нихера нет. А, я понял, нам надо куда-то выстрелить, когда я буду катиться по этой херне. Прошу прощения за зевок. Да нет, не сюда. Блин. Дубль 2. Так, стоп, а я в то выстрелить точно не смогу. А что мне тогда делать надо? Что где открывается? Так, давайте думать. Ну как думать? Давайте смотреть. Это ёпта. Это получается лишние подсобные помещения, в которые мне даже и не нужно. Судя по всему. Это не открывается. Так, шумит лифт. Стреляют челикса. Тут у нас что?
Тут я приехал на лифте, да. Но, окей, а все-таки. Бля. Называется, пытался посмотреть по сторонам, пока полз. Так, окей, давайте тут посмотрим тогда. Как вы можете слышать по моему интенсивному... Ай, бля. Ну, я сомневаюсь, что мне надо рикошетом как-то попасть. Блять, я только в себя надамажил. Потому что это было бы, ну, супер тупо. Так, может, я тут что-то тут не замечаю. Среди этих хреновин. Да нет. Ну, даже не знаю, ребята. То есть вся эта штука находится там. Вот где-то, где-то там. А, бля. Все так просто, оказывается, было. Блин. Да, тут какие-то нетривиальные задачи. Не самые простые. Для моего ума они явно сложновато бывают. Так, ну ладно, окей. Там какая-то штука. Я в нее попал, что я сделал? Ой, бля. Это явно не то, что я хотел тут увидеть. Нормально. Надеюсь, тут будет какая-нибудь... Хилка. Блять, тут куча говна будет. Да, бля. Так, ладно. Хоть бы не рвануло. Я ебал разработчиков в рот. Просто слов нет. Как назло, на последней жизни, в месте, где куча аптек, которые мне так нужны. Просто свинство. В современном обществе люди так не поступают. Я просто без слов сижу на самом деле. Ладно, повод сосредоточиться и... Дойти до того места, не потеряв все жизни. Как полный лошпед. Блять, вот это железяка, которую хер задоджишь еще. Сука. Нет, чтобы она по щиту убила, нет, она прям по самые маракасы загоняет. Сука. Сдохни. Свой. Свой, голодный, холодный. Отстой, короче, по-моему, отстой.
А что там? А если туда я прыгну? Ага, хера лысого. Ладно. Все, окей, расслабились. Дышим полной грудью. Не важно, что там, важно, что здесь. Так, ну пока нормально идем. Пока что. Так, вспоминаем о том, что здесь хер трупер этот летает. Да, вон он. Давай, скотина, поднимайся. Так, одного убили, остался еще один. Блять. Ой, ёб твою мать, а. Как-то он меня перехитрил. Ну ладно. Размансовал без потери жизни, и то хорошо. Тут еще и этот, блядь. Что ж такое за день-то сегодня, а? Фух. Ладно, я справился. Так, тут еще роботы будут. Нормально, нормально. Выкарабкались. Без больших проблем для себя. Это хорошо. Так, сейчас будут придурки эти. А, там рефил. Когда не могу лезть. Так, вас же тут двое было, разве нет? Что за место там такое? А я тогда уже все не смогу. Где-то с... Ага. Хотя, стоп, зачем мне рефил сейчас, если я уже практически фуловый? О, птичка. Так, ну давайте на всякий случай сходим туда, посмотрим еще. Блять, сходил. Сегодня еще хочу попробовать сделать себе в качестве десерта из молока и муки, типа кекс в микроволновке. Не знаю, что из этого получится. Надеюсь, я не сдохну, потому что молоко уже близко к тому, чтобы просрочиться. Плюс его еще и мало осталось. Ладно, я надеюсь, хватит хотя бы на
Два как минимум. Вот. А то что-то с едой как-то вообще грустно. В том плане, что ее почти нет. Выживаю как могу. Но ничего. И на моей улице будет праздник. Праздник живота. Ну а пока что на моей улице только праздник. Dark Forces. Да и хрен с ним там наверху. Это не лифт? Нет, не лифт. Так, стоп. Что-то я это самое потерялся немного. А, все, вспомнил. Да, получается, я ничего там не пропустил на самом деле. Там ничего не было. Что за это за штука такая? Ну, блин, ладно. Не получилось ее нажать с первого раза. Попробуем еще раз. Ничего страшного, время у меня есть. Торопиться мне некуда. Там, наверное, рефил какой-нибудь будет. Так, я нажал. И чего я сделал? Да, открыл эту дырку. Ревайв, рефил. Ну, окей. Не особо-то и нужен, на самом деле, было в нынешней моей ситуации, но раз уж взял, так взял. Если на фиже, то буду иметь в виду. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Так, буквально одну секундочку, ребята. Сейчас маленькая пауза. Прошу прощения. Как-то у меня сзади появился. Негодник. Так, снова прошу прощения. Вчера, кстати, посмотрел фильм «Осколки памяти Андре», или как-то так он называется, французский фильм про Первую мировую, точнее, про, грубо говоря, ее последствия на психику людей. Интересный фильм. Ну, не сказал бы, что тяжелый, но... убежает, так сказать, в том, что война дело не особо прикольное. Ну, он антивоенный сам по себе. Плюс там документальная хроника была немного использована, как я понял, в том плане, что в начальных титрах там показывают участников, собственно, Первой мировой войны, а именно с французской стороны,
которая после войны из-за всего полученного напряжения, которое с ними случилось там, грубо говоря, ну, не сошли с ума, но получили определенные травмы, такие как тремор очень сильный, плюс они банально не могли согнуться, разогнуться, то есть у них физический панцирь, грубо говоря, как по Рейху, мускульный панцирь, если правильно помню. Интересно довольно-таки. Я хотел бы почитать что-нибудь на эту тему, какую-нибудь литературу, но пока чего-то не находил подходящего. Так, куда я не пойму, давай сразу сюда. Или мне надо было туда? Нет, мне туда не надо было. Да, так, это самое. В лепешку можно расшибиться. Вот, единственное, что меня смутило в фильме, так это, ну, не то чтобы любовная линия, но sort of, так сказать. Не знаю, меня это как-то смутило. Вот. Но актеры там приятные, играют. Актриса тоже, в принципе, симпатичная. Да и тоже играет хорошо. Удивлен, что об этом фильме у нас, кстати, почти никто не знает. То есть, ну, на Кинопоиске там его посмотрели чуть больше 100 человек. Я в их числе, получается. Так что, если кому-то вдруг стало интересно, крикните. Как-нибудь я вам скину ссылку, потому что я когда искал этот фильм, у меня возникли определенные сложности, потому что, ну, в переводе он так у нас значится, а на самом деле он значится под таким именем. Вот. А так я вам смогу дать более точную ссылку там, где название будет. Ой, бляха. Да, как-то я тут подруфлю в этом месте, на самом деле, чутка. Ну ладно, нормально, справились. Жизнь не потеряли, это хорошо. Так, осталось последнее, у меня все 3 жизни. Юпи. Что я могу сказать. Как он отлетел. Вот, а вообще я хочу какой-нибудь боевичок посмотреть 90-х, 80-х, но по списку у меня, к сожалению, пока ничего такого не предвидится. Дальше пойдет Аполло 13 или Аполлон 13. Не помню, как правильно. Это, по-моему, про тот случай, когда корабль экипажем взорвался, ну, корабль, который космический. Когда его запускали. Но я могу ошибаться, если что. Так, ну вот так вот поступим. Не мудрено, что штурмовики мажут с этим бластером, на самом деле. Я с ним тоже как-то не особо метко стреляю. Так, вот оно. Место говна. Так, ну хотя, в принципе, зачем я тут мины-то убираю? Хотя, блин, там эти...
Да, ради щита можно, я, в принципе, думаю, и повзрывать тут немножко. Тихо. Я ухожу, не стреляйте. Так, поднимаемся обратно наверх. Да, вертолет, конечно, в моем районе летает очень низко и очень часто. Напоминает о всяких гетто в GTA. Да, одну секундочку опять. Отвлекает меня тут немножко. Так, куда нам? Сюда. Нет, я передумал. Давайте все-таки возьмем там всю эту херню, из-за которой я в прошлый раз погиб. Да, вот оно. Это место зла. Блин, может муравинт на стрим пройти, лол. А то я так и не удосужился. То есть я в детстве, опять же, много в него играл, но... Так, вроде все взорвал. Но так ни разу и не прошел. Блин, я думаю, я больше гранат взял. Вот, все. Да, чуть как-то не густо у меня гранатами теперь. Так, это на скорость. Да, я правильно подумал. Так, и одну секунду еще. Я так думаю, это последнее, что они мне там напишут. Так, все, я здесь, я с вами. Вот, ну да, как я уже говорил, я в детстве очень много играл в Morrowind. Плюс у меня сначала была английская версия, и я ни хрена не понимал. Так как она тогда только вышла, и она, по-моему, досталась нам... Вместе с, ну, не первым компьютером, а вторым, по-моему, по счету. И все-таки с первым. Не помню точно, вместе с диском винды лицензионной. Их, по-моему, вместе продавали. И я как бы ходил, мне дико доставлял, но я вообще ничего не понимал. Я просто ходил, воровал вещи, убивал людей. Ну, всех подряд. Собственно, все подряд вещи-то я и брал. Так, куда я упал? Хотел ли я сюда упасть? Сомневаюсь. Так, ну я понял, нам направо. Надо было так завернуть на самом деле, но давайте снизу потусуемся. Тут как-то поинтереснее будет, чем на этих производственных линиях. Это мешочки всякие, патрончики. А, может быть, здесь даже где-нибудь будет и третья штука, которую надо заминировать. Нет, тут место с двумя мерзкими железяками. Так, ну ладно, давайте тогда поднимемся наверх. В таком случае. Стоять! Бля, я понял, в чем тут прикол. Оп. 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 Понимаете, деталь, она должна думать, куда ей дальше двигаться надо. Доехали. Так, давайте осторожненько. Оп. Чего? Куда? Кого? Что? Хды?
Надеюсь, это остановило ее навсегда. Так, давайте вернемся назад. Там были ништячки. Бля. Сука, серьезно. Тут аптечка, ради которой я упал. Ай, в пизду. О. В пень, короче, пошли. Просто пошли. Так, я так понимаю, мне сюда? Судя по всему. Так. Это что, там робосы? Нет. Это лифт. Куда он меня привел? В тупик. Стоять. Бля. Я на этих прыжках больше хп потерял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Свали, придурок. Мерзкое место. Давай, взрывайтесь. Вторую взрывай. Взрывай. Это было опасно. Так, тут у нас что? Ничего. Так, угу. Интеллектуальная задача. Будет смешно, если у меня патроны кончатся в итоге. И что я должен, типа, исполнить в этом плане тут? Типа, единую линию или еще? В чем смысл? А, ну я понял, окей. Да, вот умели раньше квесты делать, а не то, что сейчас. Просто простреляй свой путь. Логически. Так. И чего я сделал? А, я, так понимаю, дверь открыл. Давайте уже последнюю, чтобы я ее взорвал и шел себе спокойно почивать на лаврах победителя. Давно пора уже, на мой взгляд, я считаю. Да, вот, собственно, и последняя, судя по всему. Так, теперь надо валить отсюда. Попадать по кнопкам лифта не всегда было моей сильной стороной. Точнее, никогда не было моей сильной стороной. Чё я заговариваюсь? Так, нам сюда. Выглядит как место для босс-файта. Где?
Так, с одним мы справились. ХП взяли. Тут лифт. Пацанов внизу я раскидал. Что дальше? Еще один. Так, ну давайте потихоньку их выманивать тогда получается. Иди сюда. Ну. Тоже не сдох, да? Да, он там бесится внизу. Так, отлично, еще одного завалили. Осторожно, идем дальше. Наверняка будет еще один. Так, берем щит. Или, быть может, это все. Ну, я был бы очень счастлив, если бы это действительно было так. Так, внизу, что у нас внизу? Внизу у нас я ничего интересного не вижу, поэтому я пока туда не буду прыгать. Так, а тут у нас прыжковые задачи. Так, у меня начались какие-то странные пощелкивания. И я упал вниз. Ну ладно. С этим парнем мы быстро справились. Давайте сюда тут пособираем еще барахлишку всякое. Так, ну, понятно, можно туда прыгнуть, но туда я пока прыгать не буду. Я все-таки хочу там допрыгать нормально до конца. А, не, не получится, я там этот поднял. Не, теперь получится. Черт. Ладно, давайте сивороту закроем в таком случае. И еще раз попробуем пропрыгать. Да, у тебя должно получиться. Оп. Так, я помню, что там был ревайв, но мне он не нужен особо, так как я фуловый. Ну, окей, выбора у меня особо нет, значит сюда пойдем. Поднимаем тут щит. И начинаем. Это император сказал мне сейчас. Это что за хрень? Ну, господа, знакомьтесь, это босс файт. Я в нем только что победил. Это видно был какой-то лох-капитан Дарк Труперов. Вверх, пожалуйста. Нет? Так, а куда мне теперь? Давайте обратно туда поднимемся. Что я могу сказать? Хм. Ну, я не выжду, не вижу других выходов, кроме как здесь. Но тут ничего не нажимается. С боков здесь нема. Хм. Задача. Да. Эх. Если финальный босс был легкий, то
финальный думчивый квест, как его можно назвать, не такой уж простой. А может, нам сюда? Да, судя по всему. Тихо. Я очень даже authorized. Так, и... Давайте на всякий случай бомбаним, а то херня все. Ай, ладно. Так, нет, стоп. А, F1. Objects. Get to the ship, obey and escape with an Imperial shuttle. Ну так вот он. А, вот все. Mission complete. Yes. Setback. The force is strong with Katarn.
Ну что, друзья, мы прошли эту чудесную игру 1995 года, Star Wars Dark Forces. Это, наверное, первая такая старая игра, вот прям действительно старая-старая, которую я прошел сам в сознательном возрасте. Чисто для себя. Честно сказать, мне доставило. Причем, ну, не прям вот ништяково доставило, но такая, знаете, приятная игра. Для своих лет, да и сейчас она, в принципе, неплохо так проходится. Как показывает Steam, я в ней провел ровно 9 часов с копейками, ну, там плюс-минус. Вот. И как я посмотрел, в принципе, у большинства людей, которые, ну, действительно прошли эту игру, если можно так логически предположить, у них тоже примерно столько же времени. Единственное, на чем ты тут можешь подвиснуть, так это на задачках интеллектуальных. Я на них тут пару раз, да, знатно подвисал с тем же уровнем в канализации, допустим, это просто что-то с чем-то было. Он мне снится в кошмарах, если честно. Ну или так, карусель, где надо было на трех уровнях. Короче, много таких тут тем. Вот, и надо все-таки соображать, от тебе не Press X to win. Следующей игрой у нас будет, по идее, Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. Она вроде 99 года выпуска, я точно не помню. И я надеюсь, что она у меня установится и будет нормально работать. Потому что я хочу пройти всю линейку эту. Хотя есть еще Jedi Knight Mysteries of the Sith. Ну, в общем, я посмотрю, какая следующая игра будет. Это определенно из-за линейки Звездных войн что-то будет наверняка. Ну, а этой игре я, пожалуй, 6 из 10, наверное, можно поставить. Сюжетист тут, конечно, простенький, но звезд с неба, наверное, не хватает. Добротный боевичок, за которым можно, грубо говоря, посидеть пару вечеров. Чисто так, расслабленно. Иногда, конечно, приходится напрягать булки, особенно в моментах, когда появляются мины, и ты не знаешь, что их можно уничтожить на самом деле гранатой, хотя ты и пытался до этого. В общем, да, 6 из 10, я думаю, это достойная оценка этой игре. И это как бы, ну, без скидки на возраст. Хотя, если брать скидку на возраст, то это, ну, 7,5 наверняка. Потому что даже, в принципе, больших технических проблем с ней не было. Кстати, что очень здорово для нас, жителей 2К19. Очень круто. Крутая игра. Советую пройти любителям подобного жанра. Именно вот старых таких вот игрушек. Ну а пока давайте, наверное, паузу. Я попробую опять запустить Рыцарей Республики. Если не запустится, то я, наверное, все на сегодня. Но пока что не прощаюсь.
Ну, не хочет она запускаться у меня сегодня по какой-то причине, не хочет она нормально работать, поэтому я, наверное, пойду сейчас устанавливать вторую часть Dark Forces, разбираться с этой частью Старой Республики. И, может быть, потом заведу. Ну, а пока что спасибо всем, кто был со мной. Всем пока.